Ребятули, всем доброго времени суток, это канал Реальная Качалка. И сегодня тема нашего разговора пойдет о том, как вылечить суставы и связки. Ребята, для того, чтобы не покупать спортивное питание в виде коллагена, есть такие темы, как самый простой, самый популярный и самый дешевый, да, желатин. Ребятки, именно желатин, именно тема нашего разговора, желатин, как вылечить суставы и связки. Итак, поехали. Желатин, ребята, продается в любом магазине. И, как сами понимаете, для того, чтобы его использовать, много ума не надо. Пошел в магазин, пошел в маркет, купил и, как говорится, и приступаешь. Ребята, прежде всего давайте разберем, для чего нужен желатин. Желатин укрепляет связки, суставы, улучшает кожу, ногти, волосы, хрящи. Но учитывайте то, что белок, который здесь написан, ребятки, он для накачки мышц, набора мышечной массы не подходит. Это первое. Значит, давайте разберемся по дозировке. Запомните, пишут везде по-разному, больше, меньше, пачка за раз, там еще что-нибудь. 10 грамм в день. Все, это и вся дозировка. Пьется на протяжении месяца, потом делается перерыв 3-6 месяцев и опять можете пить. 10 грамм в день, и то принимается утром и вечером по 5 грамм. 5 грамм это обычная вот такая вот ложечка. Лично мне хранить, допустим, желатин не нравится. Так я его сразу вот пересыпаю и вот ложкой. Но черпак нет. Вот этой ложкой, ну или как пол черпака, это тоже будет 5 грамм точнее. Вот такой ложкой насыпаю. Насыпать можно куда угодно, но давайте поговорим о том, как его лучше принимать. Значит, одна чайная ложка идет на стакан воды. Принимать можно с водой, а можно с молоком, кому как нравится. И так можно. Делается все элементарно. Я для этого использую самый обычный шейкер, вот такой вот, допустим, вот, да, ставлю шейкер, беру, насыпаю сюда обычную с горочкой вот такую ложечку. Все. А теперь, ребятки, самое главное, просто с водой пить или с молоком это все, конечно, круто, классно, но сюда мы можем добавить малиновый, допустим, джем. Или шиповник тот же самый, сиропчик, очень нормально пойдет, сюда добавляем. Но лучше всего, конечно, добавлять сюда лимонный сок, так называемый. Или если вы, допустим, там на сушечке или любите определенные вкусы, например, я добавляю сюда самый обычный БЦА. Вот мои любимые БЦАшки, и я их добавляю по вкусу. Вот сейчас как раз у меня такая пачка есть. Вот с горочкой, и этого тоже достаточно. Я уже, как говорится, свою дозу знаю. То есть БЦА, шиповник, малиновый сиропчик, допустим. Но БЦА как раз то, что необходимо. И, ребятки, здесь очень важная тема. Так как желатин тяжелый продукт и расщепляется он крайне слабо и усваивается слабо, поэтому пить его нужно во время или сразу после основного приема еды. Лучше всего употреблять желатин с витамином С. Получается такая смесь. Закручиваем. И пока наш желатин настаивается, скажу еще, что очень популярный рецепт есть. О нем почему-то вообще все молчат. Желатин плюс мед плюс семена льна плюс семена кунжута и плюс лимон. Получается вот такая вот фишка. Вот так вот, ребятки. В принципе, все. С сахаром, если вы за свою массу не переживаете, можете пить с сахаром. Но лучше, я вам сказал. Не забывайте, что желатин плюс витамин С это лучшая тема для приема. Пьем 1-2 раза в день. Дозировка вот такая ложечка. Если вам удобнее, хранить лучше всего, конечно, вот в таких вот пачечках. Все, ребятки, ставим лайки, подписываемся на канал Реальная Качалка.